Привет, ребятки! Привет, мои хорошие! И сегодня подразумевается у нас, ну как, простое, серьезное видео на тему рекламы в Ютубе. Оно больше будет интересно, конечно, для тех, у кого есть свой канал. И, ну, может быть, для тех, кто захочет нам чем-либо помочь. Ну, посмотрим, насколько серьезно это у нас получится. Попробуем, ребят. Итак, реклама на канале YouTube бесплатно. Поехали! Ребят, попробуем рассказать просто так, как мы это умеем. Просто, элегантно, со вкусом. Предлагаю тем, у кого есть канал, просто обмениваться своей рекламой. Реклама должна быть коротенькой, до 30 секунд. Ну, например, вы присылаете мне свою рекламу, я вам свою. И в конце видео, чтобы не напрягать своих подписчиков, ну, кто хочет, тот досмотрит, мы размещаем свою рекламу. Вы размещаете мою на своем канале, я вашу на своем. Короче, всем счастья, реклама расползается по интернету, подписчики растут, просмотры растут, всем счастья, никаких затрат. В наше нелегкое время это будет, ну как, такая хорошая тенденция, ну надеюсь. Ну, ребят, ну а тем, у кого нет канала, вы можете просто скачать нашу рекламу, наше видео и разместить ее на своем аккаунте YouTube в описании, указав ссылочку на наш канал. Ну, это как бы не сильно сложно, но если есть желание и возможность нам помочь, будем очень и очень вам благодарны. Чудище, что кричишь? Теперь, что еще хотелось бы сказать, ребят? Ну, по возможности, как прорепостите это видео. Там кнопочка есть, поделиться. То есть, чтобы максимальное количество людей, каналов узнало об этой такой стезе и начинало писать. Для того, чтобы нам написать, это не нужно делать в комментариях. Пишите в контакт, как в ВК. Ссылку также я внизу оставлю. И то есть будем меняться своими рекламами. Только, ребят, главное условие не длинное. До 30 секунд. А для тех, кому интересно просто посмотреть, ну, та реклама, которая есть у нас, также будет оставлена ссылка и на в YouTube. Она будет доступна только по ссылке. Можете посмотреть, прокомментировать словесно. Ну, так, мягонько откомментировать, как откорректировать. Ну, может, мы и потом переснимем, доработаем. Потому что подразумевается, что эта реклама, когда мы станем богатеями, будет распространяться из-за деньги. Ну, посыл, во всяком случае, ребят, очень и очень серьезный. Почему подразумевается серьезный посыл? Просто с работой какая-то... Опа! Канал, развитие канала надо как-либо ускорять. Ввиду отсутствия денежных средств... У меня, ну, как понимаю, и у всех остальных, кто приходит на канал, тот желает заработать, а не потратить деньги. Поэтому это такая хорошая перспектива раскрутить канал без вливания денежных средств. Просто чуть-чуть написать мне, я вам, договориться, чтобы желательно тематика канала совпадала. То есть не так, что вы компьютерные игры делаете обзор, да, а я про КОС показываю. То есть моим подписчикам это не будет интересно. Ваш канал и наоборот, вашим подписчикам, ну, я не буду интересен вообще. То есть тематика хотя бы где-то рядом должна соответствовать. Блин, ну наверняка видео получилось не самое веселое, не самое фееричное. Но, ребят, спасибо, кто досмотрел. Спасибо, кто, ну, в дальнейшем напишет. Хотя бы одна моя маленькая реклама, если где-то появится в бесплатном эфире, это будет очень и очень хорошо. И это как бы, ну... Не безвозмездно или как не бесплатно, никак. Баш на баш, ребят. Вы мне, я вам. В общем, поддержим друг друга, ребят. Будем развиваться. И в конце, ну, моих последующих роликов будет появляться ваша реклама, если моя будет появляться у вас. Ну и, соответственно, ребят, репост. И кто может, просто скачайте ее и разместите у себя на канале, если вы не занимаетесь ютубом. Просто, чтобы это было. Чтобы люди могли увидеть, узнать о нас, перейти к нам. Посмотреть. Возможно, кому-то мы понравимся, и они останутся с нами, ребят. Всем пока, счастья, здоровья, успехов, всего самого лучшего, доброго. У тех, кто канал, развитие каналов, набора безумного количества подписчиков, просмотров, лайков, я не знаю, всего, что хотите. Ну а у тем, у кого нет канала, просто развитие их дел, перспектив в исполнении их желаний. Ну, только, короче, всего самого хорошего, лучшего. И пушистого, ребят. Пока. Всем счастья.